По цвету, да. Сортировать. Напарниками. Да. Их надо спасти. Надо каждой птичке свои яички отдать. Ой, а тут фиолетового нету мешочка. Нету? Нету мешочка. Сейчас дам. Фиолетовых тебе дала. Закопались, да? Да. Давай откапывай. Волшебные яйца, которые умеют закапываться без птенцов, когда еще они не вылупились. Угу. Василисочка, мы сегодня будем читать книжку «Крутые факты о яйцах». И параллельно я подготовила разные творческие задания. Будешь тоже их выполнять. Давай начнем. Видишь, какой здесь? Пингвинчик. Пингвинчик. Это еще как будто бы на яйце написано, да? Да. «Крутые факты о яйцах». Как все начиналось? Когда мы переехали из города в деревню, у нас появилась мечта обзавестись курами. Чтобы кушать яички. Да. На 6-е лето мечта сбылась. В маленьком курятнике на нашем дворе поселились 4 курицы и петух. В первый же день курица Сильвия снесла яйцо. Мы нашли его в гнезде. Яйцо было еще теплое. С тех пор... Помнишь, еще Финдус и Пецани там, надо будет сегодня сходить в библиотеку, там, чужак в огороде, этот петух. Да, да. Такой Финдус. Сова! Тоже не лягушек. О, это, у мура они какают. А это не знаю. Угу. Это как думаешь, чье яйцо? Птицы. Какой? Такое большое. Мы с тобой все узнаем. Так, а здесь что ты думаешь, где тут чьи яйца? Ну, это лягушки. Думаешь, лягушки? Да. Ну или черепахи. Черепахи, да. Ну, мы с тобой все прочитаем. Курица-несушка. Все куры несутся по-разному. Одна накладывает яйцо ежедневно, другая через день или через два. Курица живет обычно 6-7 лет, и в год она приносит в среднем 200 яиц. Старые курицы несутся хуже. Как будто бы кран, который спускает яйца. Кстати, я сейчас достану нам кое-что, там так смешно. Можно? Давай. Вот это ты вспомнила, молодец. Это почтальон-мышка. И тут действительно... Где же у них кран? Да, точно. Стелечка такая молодец. А тут эти отдыхают такие... Вылупляются они тут. Греются, чтобы вылупиться. Видишь, сидят. Классно. Школа. Да, школа. Ты здорово вспомнила, малышка. Да, круто. Такая умничка. Тоже славная коробка. Это лиса. Да. Смотри, тут как бы... что это такое? Так это ты из этого родился. Тут в гамочке. Тут из крыши выглядывает. Классно. Школа тут у них, да. Классно. Так здорово, что ты вспомнила про эту книгу. В очках. Она же учит. Какой классный цыпленок получается. Молодец, крошка. С лапы до крыльев покрылся. Да. Кексиком. Очень мило, Василисочка. Так, тебе сейчас нужно разукрасить курочку. Я так и поняла. Угу. И мы еще ей сейчас яички из цветной бумаги вырежем. Сегодня день не птиц. Угу. И яиц. Не только птиц. А чего еще?
Ну, видишь. Делаю цыпленка своего. А это надо голубым раскрасить? Угу. Классный цыпа получился. Молодец. А сзади у него просто такой красивый цыпа. Угу. И вот смотрите. Качается, да? Классно. Классно придумала малышка. И третий. Угу. Хорошая идея, классная. Супер крошка. И на крылышко курочки. Хорошо, приклеишь. Он там греется под крылышком, да? Это просто как бы рисуночек такой. Татушечка. Татушечка на крылышко. Барышня цеплива. Птичку в гнездышко с закрытыми глазами нужно привести. А подсматриваешь, что ли? Нет. Глазик почесался. Ну, привела. Так, мы сейчас прочитали с тобой про страусиное яйцо, про яйцо моа птицы, да, которая вымерла. Они были огромные, как вон наш фитбол, да? Вон. Мы с тобой смотрели. Да, колибри откладывает самые маленькие в мире яйца, колибри пчелка. Вот такие. Крошечные, с наперсток. Даже меньше. Так, сейчас делаем поделку. Тебя круто получилось. Молодец. Я сама это сделала. Вот, ну, вообще все сама делаешь. Молодец. Только ручки сбегай, помой, ладно. А я, ну, у меня они не жирные, потрогай. Мамочка родная. Оттаивает яйцо. Так, мы с тобой прочитали про разных птичек, и ты сейчас делаю чашечку. Ну, как бы гнездышко с яичками, да, и птичка. Вот птичку сделаешь, да. Молодец. Надо большую чашечку. Угу. Туда яички скатать. Это будет гнездышко с яичками и птичка. Потом это раскрасим. Это самозатвердевающая маза для лепки. Можно раскрашивать. Да, она когда просохнет на воздухе 12 часов, можно будет раскрасить. Вот яичко. Да, красивое яичко. Оно как бы его лежащим было. Угу. И эти гнездышко классное получилось. Птичка уже сделала, да? Молодец. И давайте же откроем вот эту часть. Да, детализированная будет. Класс. Супер. Это ее гнездышко. Василиса, очень круто, молодец. Очень здорово. Все, теперь посушиться надо, да. Просохнет. И распишешь. Очень здорово. Молодец, крошка. Василисочка достала свою книжечку. Тут тоже жизненный цикл бабочки. Знаю, лепит. Где у меня что. Да, такая умничка, Василиса. И цифры решила подписать. 4. Это бабочка. Василис, я от тебя в восторге. Ну ты даешь, вот это круто. Это я же тут правильно, да? Все правильно. Это бабочка что сделала? Она выложила... яйца. Ага. Сделала. Потом гусеничка. И она закрутила, закрутилась, и бабочка! Да, все верно. Сейчас я даже отсюда. Кингу.
Кстати, можно сейчас посмотреть про нее, да? Можно вечером, да, про ехидну. Мы не смотрели еще передачу. Нет, он ушел. Крокодил, У крокодила огромные яйца. Ну, они не огромные. Как у крокодила. Так, можно мне еще вот такой вот бирюзовый? Можно? Хорошо, конечно, да. Оставь. Получается у меня такой вот утконосик. Почему ты лепишь утконоса-то? Мы же вроде про яйца говорим. Потому что утконос тоже делает яйца. Правильно. Выращивали или как-то. Откладывают, да? Откладывают. Да. Лиса, это очень крутой утконос. Такая молодец. Здорово. Умничка. Вот, пахмадулину она слепила. Молодец, крошка. И яйца ему сделала. Молодец. А я примерно коней слежу за потомство. Я отец. Так, Василиса будет делать икринки. Яйца подводных жителей. Да, малышка? Да. У тебя тут заледенелое яйцо динозавра, да, окаменелое? Можно его перевернуть. Конечно, да? Можно. Все можно делать. О, одного ты уже отколупала. Такое яйцо динозавра у тебя. Холодное почему-то. Да. А почему оно холодное? Окаменело, во льдах лежало. Смотри, тебе нужно узнать, в каком яичке какой детеныш. Все эти животные, присмыкающиеся, птички, они появляются из яичек. Чтобы это узнать, нужно подсмотреть. А подсмотреть вот так вот. Можно прям отрывать. Кто тут у нас? Цыпленок вылупился из яичка. Кто у нас еще? Паук. Паучок. Кого ты так придумала? Спасибо. Это у нас кто? Черепаха. Черепаха. Угу. Здесь кто у нас? Пчелочка. Угу. А здесь? Что у нас? Бабочка. Какие они красивые. А ты сама делала? Да. Так, кто еще у нас тут есть? Лягушка. Ква-ква, ква-ква. Сразу на болото поскакала. Точно, я знаю, кто. Она наполнила их. А это вообще что такое? Матка. Вот даже подписали. Да. А это что ты лепишь? Яйцеклетки. Угу. А они у кого бывают? У родителей. Ну, у мамы. У мамы. А зачем она нужна? Чтобы дети появлялись. Правильно, молодец. Так, поощрительные наклейки обязательно. Молодец, крошка. А почему зайчиков нельзя? Можно зайчиков, почему нельзя? Да. Так, и на сегодня все, Василисочка. Продолжим завтра. Всем хороших занимашек и пока-пока. Пока-пока. Молодец.